Приветствую вас, друзья! Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас экстренный репортаж из сервисного центра «Демонстрация новинок 10-го каталога». Я покажу сейчас самые основные ключевые новинки, и начну я, пожалуй, с набора «Дзен», который меня просто порадовал своей красотой. Набор состоит из кошелька, на ощупь это тканевая поверхность с очень красивым рисунком, то есть здесь цветы, светлые цветы, бабочки, птички. То есть здесь на замочке отсек, много отсеков красивых. Очень уютный, классный, качественный кошелечек. Проверю молнию, как работает. Супер! То есть летает, скользит. В этот набор входит зонт. Посмотрите, какой размер. Мы его так неаккуратно свернули. Сейчас пробуем. Очень маленький и очень легкий. Посмотрим размер зонта. Как его будет видно. Оп, отлично. Ну да, конечно, для одного человека очень легкий, уютный зонтик и удобная круглая ручка. Кстати, первый раз такую ручку у нас выпустили. Очень-очень даже оригинальная расцветка. И точно такая же сумка. Оп, зонтик мы выбрасываем. Сумка тканевая, внутри белая, на клепке. Есть карман. Карман на молнии, большой, достаточно, то есть для всяких мелочей. Сумка легкая. Классная ручка регулируется, то есть можно ее сделать более длинную или короткую, как вы хотите. Прелесть просто для лета, под любой наряд, шорты, майка, джинсы, юбка, платье, какой угодно расцветки. Первую коллекцию я вам показала. И уж продолжим также коллекцию, не могу вспомнить название. Первая коллекция это «Дзен», а вторая, ну, наверное, «Розовые мечты», назовем ее так. То есть это браслет. Очень уютный. У меня ручка достаточно худенькая, то есть ну, вполне комфортно лежит. Есть же в этой коллекции вот такой необыкновенный кошелечек. Он на клепочке открывается. То есть это необыкновенно изысканная, уютная штучка. Здесь на молнии кармашек для мелочей. Но, скорее всего, это, знаете, вот, ну, не для большой суммы денег, скорее положить кредитную карточку или свою карту банковскую и немножко визиток. Оригинально и такой шикарный, послушайте, какой звук. Дорогой, классный звук. И в этой же коллекции сумка необыкновенной красоты. Выглядит очень... То есть не отличишь, кожаное это изделие или нет. Очень красиво, очень уютно. И самое главное, что сумка на молнии. На молнии, и внутри посмотрите, как она красиво сделана. То есть все это шикарно, кармашки под телефон, под всякую мелочь. Красивый звук молнии и сумочку я рекомендую, очень рекомендую. Она красиво еще отдекорирована клепочками, и клепочки розовые под цвет сумки. Так, дальше я покажу два лака. Ребят, лаки для рисования необычного маникюра, то есть сделать красивый рисунок, обязательно использовать нужно губкой. В каталоге есть инструкция, как это делать. Я попробовала на кончиках своего маникюра, не видно, да? То есть это очень красивый такой полупрозрачный оттенок, зеленоватый и такой вот какой-то кремовый цвет. Так, это вторые фавориты. Далее у нас идет зубная паста. На обратной стороне каталога, то есть последняя страничка, новинка, зубная паста с экстрактами трав. Это не гель-паста, то есть это нормальная паста. Не видно, да? Хорошо. Очень вкусно пахнет, пахнет травками и такого приятного оттенка зеленью. Рекомендую. Всего 75 рублей цена каталога. Ребята, берите пасту, у нас великолепная. А также новинка крем, шелк и кашемир для рук. И рекомендую также посмотреть, идет в наборе несколько продуктов всего за 449 рублей. То есть вы получите и крем, и дезодорант, и шампунь, и, по-моему, смягчающее средство. Далее у нас новое средство для ног от Натоптышей. Очень такой небольшой флакон. Распылитель, то есть после того, как вы обработаете ножки, кстати, так вкусно пахнет, необыкновенно нежный, какой цветочный аромат, очень вкусно пахнет. Нанесите на чистые ноги и дайте немножечко впитаться, и можете
сразу почувствовать легкость и красоту. И в этом же наборе у нас идет такая вот маленький наборчик. Вы видите, так закрывается. Мы с одной стороны видим пилочку, да, терочку для пяточек, с другой прям как терка для овощей. То же самое, это снимать очень грубую кожу с наших пяточек. А внутри у нас кроется еще, как матрешка, мы открываем. И внутри у нас еще одна щеточка, то есть с одной стороны пемза, а с другой жесткая щетка, чтобы очистить, хорошо так очистить ногти, убрать ненужную огрубевшую кожицу. Шикарный набор, просто невероятно, что вот это все такое маленькое герметичное, закрываем, убираем и можно взять с собой дорогу. И, пожалуй, что у нас осталось, это хит каталога номер 10, туалетная вода Excite Дима Билан, Excite Force. Мы сегодня тестировали этот аромат на наших обалденных, очаровательных мужчинах. Он просто роскошный. Просто роскошный, он превзошел все ожидания, а еще все ожидания превзошла цена, которую вы можете наблюдать в каталоге номер 10. Такой цены вы уже точно не увидите. И я рекомендую брать таким образом. То есть, если вы заказываете 3 парфюма, то 4-й вам приходит в подарок. Поэтому обязательно побалуйте своего любимого мужчину и подскажите прекрасным нашим дамам, что этот аромат очарует каждого. И на этом наш обзор закончен. Спасибо вам огромное. До следующих встреч. Ждите наших новых репортажей и выпусков. С вами были Лилия и Михаил. Пока-пока!